Медитация 106. Чужестранка, любовь. Только дурак знает, что такое любовь. Потому что любовь есть своего рода безумие. Может быть, вы никогда не знали вершин любви и испытываете глубокую жажду. Вы любили, но ваша любовь никогда не была чужестранкой. Никогда не было фантасмагорией, никогда не было такой, словно свалилась с неба. Она была ни теплой, ни холодной, она не была пожирающим пламенем. Вы любили, но в любви ваша жизнь не рушилась до основания. Вы справлялись с любовью и оставались в целости. Вы всегда с ней хитрили, никогда не оставались в дураках. Но только дурак знает, что такое любовь, потому что любовь есть своего рода безумие. Если вы слишком хитрите, вы позволите любви дойти лишь до определенной черты. Там вы остановитесь. Каждый фибр ума говорит: «Стой!» Приступать эту черту опасно. Любовь знает только один опыт, который дает удовлетворение. Это опыт восхождения к самой вершине, к высочайшей из вершин. Хотя бы однажды. Тогда происходит глубокая перемена в энергии. Знать любовь в кульминации хотя бы однажды достаточно. Тогда больше не нужно снова и снова в нее двигаться. Этот опыт изменяет все ваше существо. Не хитрите, забудьте о ловкости. Пусть лучше у вас в голове дует ветер.